Барі зіс Єреван, барі Єреко, вов джуйн болорин, барі галуст. Как-то, по-моему, мало аплодисментов. Давайте еще раз. Всем привет! Хазар Баре. Болорин. Дайте сразу танцевать. Мэйк, Ярику, Ярик, Чорс! Yeah.
Сейчас мы локаутим. Ну наши сердца тают просто. Такой теплый прием со второй песни. Ребята, вы лучшие. Ой, безумно приятно. Ну а теперь... Не сбавляем градус. Не сбавляем градус, друзья. Итак, друзья, я не знаю, кто из вас первый раз на нашем концерте? Поднимите руку. Вот это победа! Поаплодируйте друг другу. Вы почти все первый раз. Значит, смотрите, для тех, кто еще с нами не знаком, у нас есть самый постоянный, наш самый преданный фанат. Давай. Мы тебя пригласим обязательно на сцену через песню. Да, ошибочка вышла. Ошибочка вышла. Ну, с кем не бывает. Не, ну скажите, Жобовурт, вообще, ну классные же песни мы пишем, да? Спасибо, мы стараемся. Все для вас. Мы за деньги. Конечно. Из Русастана, Ахтельджа. А, английский. Что вы не сбавляем градус? Thank you.
Нужна твоя помощь теперь. Поприветствуйте нашего самого преданного фаната, он сыграет с нами. Нарик Джан. Насим. Аплодисментов на Рэкову, ребята! Парню 15 лет на губной гармошке, он как играет. Сейчас у нас будет небольшой лирический блок песен. Никогда не поздно пригласить друг друга на медленный танец. Вообще никогда не поздно. Например, сейчас. Thank you.
Я посвящу эту песню вот этой красивой девушке, которая танцевала здесь только что. Ее зовут Катя. Это для тебя, Катя. Спасибо! Ой, спасибо! В общем, дорогие друзья, да, пожалуйста. Даже это не теория, на самом деле это общеизвестный факт, что Beatles на самом деле были армянами. Вот. Все были армянами. Вот у них эта песня, когда они ее написали, она в оригинале называлась по-другому, она вот называлась Арчик. Вот. Так что сейчас вот. Мы постараемся близко к оригиналу спеть, вот, но я смекич гидем гайрен, так что я только вот, ну, только одно слово смогу спеть, ну ладно. Ну вы помогаете. Is there anybody going to listen to the story? Возвращаемся, так сказать, к боевикам. Эту песню должен петь весь зал. Да, снова. I'll pretend I'm kissing.
Обычно мы объявляем конкурс, кто угадает эту мелодию со скольки, но сегодня не будем. А давай попробуем. Что за песня? Апрекду, апрекду. Аплодисменты, друзья. Аплодисменты. Вот это называется ценители. Ценители. Узнай Битлз в первой секунды. Сейчас опять никто не сможет остаться равнодушным. Подожди, во втором тоже. Во втором тоже. Так что не переживайте, хватит на 20. Друзья, поем все вместе. Да? Одну маленькую пометку хотел сделать. Вот посмотрите, за нашими спинами написано наше название, не побоюсь этого слова, с гордостью просто несу это знамя. Группа The Beatles. Да, спасибо. А над нашим названием... скромно, маленькой строчкой, написан наш инстаграм. Да. Подписывайтесь, друзья. Подписывайтесь обязательно. Анпайман. Чтобы ничего не пропустить. У нас впереди много интересного. Если вдруг кто-то захочет нас отметить, то не забывайте артикль в начале, потому что Beatles без артикля уведут вас к голландским алкашам. Только The Beatles. Которые напечатали майки с этим логотипом и просто в них пьют пиво. Вот. Ну, ужас, кошмар. Такое. А помедут? В общем, песня такая. Такая песня. Хорошая. Ну да, такая песня, в общем. Понятно. Yeah.
немножко металла. Короче, если бы Битлз были металлистами, типа, когда ты любишь Битлз и немножко панка. Из того прямо мема. Да. Кузякин барабаны. Теперь попадаем в мир психоделики. Да, самая кислая песня сегодняшнего вечера. В хорошем смысле. Урось, брат, ты уже в космосе, да, или? Все. Это было Revolution No. 9. Stand during trees and mobile.
Не так давно, буквально к 7 июля, мы играли в Beatles Pub, чтобы посвятить ее дню рождения. Дню рождения кого? Ринго Стара, да. Вот. Можете похлопать Ринго Стару так громко, чтобы он услышал нас. Вот она сейчас человеку 84. Вот. А он все еще. Он бодрый, свеж, как мятный фреш. Мне кажется, он лучше, чем я выглядит в свои 84. Да. И эту песню сегодня мы тоже хотим посвятить ему. Да, и давайте танцевать, давайте танцевать. I wanna be a man. I wanna be a man. I wanna be a man. You show me the way.
у нас. Хотя у нас осталось в этом сете всего две песни. Сейчас хотим пригласить еще одного нашего друга Арсена, чтобы спеть вот эту прекрасную композицию. Вот, так что поаплодируйте, вот, наш друг Арсен. Вот. I'm a take Arsen Jan. Ну и вы громче, честно говоря, можно громче похлопать Арсену. Это очень крутой дядя, прям очень крутой дядя, очень крутой дядя. Рокер, рокер. Ура, Хангурестан, Пинкламанка, Великолаком. И спасибо вам, что вы здесь. Друзья, на самом деле можем спеть, наверное, эту песню тоже вместе. Все подпевайте обязательно, прям вообще песня такая. Получается так? Да. Подождите, вы знаете эту песню или нет?
спасибо всем. Вы лучшие! Поаплодируйте сами себе за то, что вы такие энергичные и так обжигаете. Небольшой перерыв, друзья, 10-15 минут перевести дух и возвращаемся с новыми силами. Заказывайте напитки в баре и в бой во второе отделение. Спасибо. Das ist ein Kinkroppe-перерыв. Ehrlich.